Эволюция позвоночных, как собственно и эволюция всего живого на Земле, сопровождается периодами рассвета тех или иных таксономических групп с дальнейшим массовым вымиранием этих групп, часть которых исчезает, не оставив потомков, ввиду невозможности приспособиться к тем новым условиям, что несет за собой очередная катастрофа. Таким образом, делая эту ветвь эволюции тупиковой. Таков естественный отбор. Но впоследствии вымираний происходит не просто исчезновение неких групп животных, а самое главное – высвобождение трофических ниш и разрыв пищевых цепочек, что нарушает естественный баланс движения веществ в живой природе от продуцентов в виде растений через различных растительноядных, всеядных и разного рода хищников, являющихся консументами, к редуцентам, захоранивающим и перерабатывающим сложные вещества в простые, дабы те снова могли быть усвоены продуцентами. Именно так, если говорить по-простому, и выглядит жизнь на планете Земля. Но так как эта самая жизнь невозможна в неком длительном отрезке времени, без заполнения хотя бы основных пищевых ниш, многие животные, даже будучи достаточно грозными хищниками для своего времени, вынуждены встраиваться в этот жизненный круговорот и, сами того не подозревая, вставать в ряды консументов низших порядков, становясь таким образом как потребителями продуцентов или фитофагами, так и непосредственной пищей для тех, кто сумел приспособиться к новым условиям, не меняя нишу. Привет, синапсиды! Меня зовут Даниил, и это канал «Помни о предках. Палеонтология». И мы продолжаем разбор различных групп терапсид, являвшихся полноправными хозяевами жизни в разных эпизодах эпохи, которую мы знаем как Пермский период. Но прежде чем начать, хочу напомнить вам про активность на канале в виде лайков, подписок и прочих комментариев, если вам не сложно потратить пару минут на то, чтобы потыкать пальцем в клавиатуру или дисплей, каналу от этого будет только лучше. Также напоминаю вам, безо всякого эмоционального окраса, что канал к тому же располагается на ресурсе Boosty, и так случается, что там выходят эксклюзивные материалы. Но ни в коем случае не подписывайтесь на него, как и на группу в ВК. Ну а речь сегодня пойдет об очередных представителях гиппопотамовой ниши, о топиноцефалах. Поехали! Топиноцефалы, или скромноголовые, это группа разнообразных по пищевым предпочтениям диноцефалов, обитавшие на территориях Южной Африки, Бразилии, России, а также, возможно, США и Китая, в Вордском и Кептонском ярусах Пермского периода в пределах 270-259 миллионов лет назад. Ввиду того, что разнообразные находки одних и тех же видов этих животных часто являются синонимами относительно друг друга, а некоторые вообще подвергаются сомнению в принадлежности к этой группе, то систематика топиноцефалов требует наведения порядка, а значит, обозревать мы сегодня будем только те таксоны, которые не подвергаются сомнению в научной среде. В частности, обойдемся без упоминания эстаминозуха и некоторых других. Ну и начнем в этот раз с филогенетического разбора, уж больно сильно отличаются эти топиноцефалы друг от друга. И хотя систематика топиноцефалов относительно номинальна, в современном представлении эту кладу принято делить на три группы. Титанозухиды, стирокоцефалиды и, собственно, топиноцефалиды.
где первые приходятся переходным звеном от общего с антозаврами предка, да так, что некоторые представители группы с течением времени и проводимых исследований оказались непосредственно антозаврами. Остальные же являются, по сути, их менее свирепыми, но также хищными и всеядными родственниками. А двое оставшихся — это такие пожиратели-зеленки, несколько разных размеров и с индивидуальным строением черепа. В общем, путаница с определением топиноцефалов до сих пор актуальна, но это не повод их не разбирать. Как было сказано чуть ранее, наиболее базальной группой топиноцефалов являются титанозухиды, представленные исключительными выходцами из Южной Африки с находками в системе Кару и имеющие в своем составе как вполне хищных представителей, как Энобиус, титанозух и Скулия, так и переходные всеядные формы, представленные, например, Диноцинодоном, Фаниазухом и Джанкерией. Где, судя по некоторым параметрам, как, к примеру, наклон черепа, положение пинеального органа и вестибулярного аппарата, титанозухиды являются чуть ли не более активными животными, чем антозавриды, при этом обладая гораздо менее хищным зубным аппаратом. Что же касается анатомии посткрана, то она выглядит как нечто среднее между таковой у антозаврид и топиноцефалид, поэтому рассматривать в подробностях ее не будем, а перейдем к растительноядным представителям группы. Ранее стерокоцефалиды и топиноцефалиды объединялись в единую группу ввиду схожести анатомии и морфологии посткрана с различиями лишь в строении черепа и зубов. Однако в 2019 году группа именитых ученых в составе Саймона Фрейзера Кинга, Жульена Бенуа, Майкла Дея и Брюса Рубиджа с помощью лома и филогенетического анализа выделила стерокоцефалид в отдельную монофилетическую группу, которая является чуть ли не более стволовой, нежели титанозухиды. При этом ее представители типичные фитофаги, что говорит о том, что переход в более низкую пищевую нишу случался у диноцефалов не единожды. Однако основной упор в сегодняшнем обзоре мы сделаем на топиноцефалидах, как наиболее типичных представителях рассматриваемой клады. Вообще, в эволюции диноцефалов в целом и топиноцефалов в частности, хорошо прослеживается катастрофичность данной фауны ввиду ее существования в межкризисный период, вылившийся в итоге в великое пермтриасовое вымирание. Так как трофические ниши за этот промежуток между Олсоновым и Кептонским вымираниями длиной в почти 10 миллионов лет так и не были заняты полностью, создавая таким образом огромные разрывы в цепях питания, что несомненно привело к хрупкости этой системы, но об этом чуть позже. А сейчас поговорим о посткраниальном скелете топиноцефалов. Ну и в качестве образца мы рассмотрим, конечно же, наиболее сохранившуюся окаменелость, хозяином которой когда-то было животное, известное нам как Масхопс капиненсис, и достигавшее длины около 3 метров, являясь одним из крупнейших топиноцефалов, правда, самые мелкие из них во взрослом возрасте превышали длину в 2 метра. Шейные позвонки в количестве 5 штук достаточно массивные, с выростами шейных ребер и незначительным сагитальным отростком, эпистрофия атлант сросшиеся. Грудинно-брюшной отдел позвоночника аналогичен шейному, и лишь только в тазовом и хвостовом отделах позвонки начинают уменьшаться, плавно нисходя в недлинном хвосте. Грудные и брюшные ребра длинные, но простые, с округлым сечением. Грудная клетка объемная, как и у абсолютного большинства массивных облигатных фитофагов, нуждающихся в длинном кишечнике, симбионтным пищеварением.
Брюшные ребра плавно сужаются к тазу, однако присутствуют также и тазовые ребра, сросшиеся с задним поясом. Хвостовые ребра невелики и расположены латерально, сходят на нет после первой трети хвостового отдела. Грудина, что форштевень у ледокола «Ленин», крайне массивная. Ключицы уплощены и заходят на грудину. Лопатки сложной формы, очень крупные, верхние части расставлены широко и парасагитально развернуты. Тазовый пояс узкий, однако на подвздошной кости имеются широкие гребни для крепления бедренных мышц. Кости конечностей короткие, без каких-либо значимых выростов, но достаточно массивные, чтобы удерживать массу тела. Предполагается частичное пальцехождение со строением стопы наподобие современных крупных растительноядных, типа слонов и носорогов, с компенсирующей мягкой пяткой. Благодаря массивному грудному поясу, несмотря на чуть более короткие передние по сравнению с задними конечности, голова Масхопса и других его родственников находится достаточно высоко, а позвоночник под пологим углом плавно опускается кзади, напоминая строение тела у жирафов. Ввиду слабой подвижности суставов и массивности костей, предполагается, что топиноцефалиды питались достаточно высокой растительностью в метре полутора над уровнем земли. Переходим к голове. Голова топиноцефалам в основном нужна была, чтобы в нее есть. И не обольщайтесь на большие округлые формы сводов черепа, это не для мозга, это все кость. Ведь топиноцефалы, как и другие диноцефалы, обладали внушительным пахистозом лобной, надглазничной и теменной костей головного скелета. Ранее считалось, что топиноцефалы, собственно, как и их хищные родственники, сталкивались лбами о кизоправские бараны в битвах за самок, показывая таким образом длину внешних половых признаков. Однако, после некоторых исследований, в частности, российские ученые пришли к выводам, что густо заполненные кровеносными сосудами кости больше подходят не для схваток, а для терморегуляции и, возможно, демонстративного поведения при, опять же, вероятном половом диморфизме. Пахистоз распространен у всех видов топиноцефалов, но у фитофагов, как Масхопс и улемозавр, он наиболее выражен. И в связи с этим череп очень тяжелый и массивный, с выдающейся черепной коробкой и сужающимся предглазничным отделом. Все функциональные отверстия имеют небольшой размер. Глазница сверху и сзади закрыта пахистозированной костной тканью, глаза развернуты латерально. Некое подобие бинокулярного зрения присутствует только у титанозухид. Пениальное отверстие мало выражено и не приподнято над поверхностью черепа, хотя нервный канал пениального органа довольно широкий, что может говорить о небольшой зависимости от светового дня и, как следствие, совместно с размерами и симбионтным пищеварением может предполагать инерционную теплокровность. Височные окна значительно меньше, чем у антеозавровых родственников, даже у титанозухид. У топиноцефалид и стирокоцефалид щелевидные и частично редуцированы, что указывает на незначительную силу укуса даже для хищных и всеядных видов, вероятно охотившихся на более мелкую добычу, чем сам охотник, в отличие от антеозаврид. Наиболее примитивными по строению зубного аппарата являются стирокоцефалиды. Наряду с полной дифференциацией зубов, разделенных на резцы, клыки и заклыковые, эта группа обладает также рядом небных зубов. В остальном зубной аппарат наиболее напоминает таковой у топиноцефалид. У титанозухид зубной аппарат ближе к антеозавровому, со слегка развернутыми кпереди клыкоподобными резцами, наличием больших клыков и загнутыми кзади коническими заклыковыми зубами, однако пропорционально меньших размеров, чем у антеозаврид.
А вот зубы топиноцефалид рассмотрим чуть более внимательно. Дифференциация слабо выраженная, клыков нет. Резцы лопатообразные, щечные зубы колышкообразные, однако и этого вполне достаточно, если ты заправский веган-сыроед и у тебя есть еще пара специализаций. Как выяснили Меган Уитни и Кристиан Сидор, в работе, опубликованной в 2019 году в журнале PLOS ONE, резцы топиноцефалид обладали шахматной окклюзией, где зубы нижней челюсти входили в промежутки зубов верхней челюсти, создавая таким образом эффективный режущий аппарат, так необходимый растительноядным животным. Также топиноцефалиды не любили пользоваться старыми и родными зубами долго и меняли их на новые довольно часто. Однако делали это так, по крайней мере относительно резцов, чтобы окклюзия пострадала наименьшим образом. Дело в том, что новый зуб начинал расти со стороны пасти, не выталкивая старый из альвеолы по ходу движения челюсти вверх или вниз, а постепенно толкал его вперед, пока тот практически полностью не износится, а новый зуб уже в почти развитом виде встанет на его место. Но и этого топиноцефалидам было мало, ведь коронка зуба состояла из эмали не полностью, ею обладал только бугорок, а ямка была заполнена более мягким цементом, что позволяло замещать зуб постепенно и не тратить ресурсы организма на дорогостоящую эмаль. Но и сама эмаль была не так проста. Она не имела столбчатой структуры, а только волокнистую, что делает ее естественно мягче, но уже далеко не такой хрупкой, что опять же полезно при точной замене зубов. В общем, все было направлено на то, чтобы по максимуму сохранить окклюзию, позволяющую качественно для своего времени измельчать жесткую растительность. Общее количество зубов топиноцефалид варьировалось в пределах 13-16 пар с некоторым преобладанием на нижней челюсти. Также топиноцефалы являются наиболее ранними из теропсид с документированной инфекцией кости. В исследовании Кристона Шелтона «Сотоварищи» от 2017 года, опубликованном в журнале Historical Biology, с помощью гистологического исследования была выявлена вторичная бактериальная или грибковая инфекция бедренной кости молодого титанозухида джанкерии, полученная вследствие укуса, следы которого находятся там же, вероятно, крупного энтозавра. И пусть сей факт сенсационен и действительно редок, но нас сейчас больше интересует не заболевание остеомиелитом некого топиноцефала, а трофическая экология, свойственная отрезку времени, в котором существовали не только топиноцефалы, но и диноцефалы вообще. Для тех, кто в особенности увлекается палеонтологией отечественного производства, не будет резать слух такие названия, как Ачорская, Ишеевская и Сундырская фауны или комплексы, где применительно к фаунам часто можно встретить небольшое дополнение – кризисное. Направление данному разделению по стратиграфии было задано еще Иваном Ефребовым в 50-х годах 20 века, а уже в 80-х-90-х годах была сформирована детальная система фаунистических комплексов, работу над которой вели ведущие отечественные палеонтологи, как Каландадзе, Чудинов, Очев, Ивахненко, Голубев и другие. Сама система предполагала разделение временных промежутков не на геологические зоны, а на фаунистические комплексы, в которых преобладали те или иные таксономические группы тетрапод. И сейчас мы говорим о диноцефаловой фауне или диноцефаловом суперкомплексе, которое сменило эреопоидную фауну после вымирания Олсона и закончилось сама кептонской катастрофой, уступив место триодонтной фауне.
просуществовав таким образом около 10 миллионов лет, на протяжении которых продолжала испытывать на себе кризисные явления, отразившиеся непосредственным образом на строении трофических ниш. Дело в том, что диноцефаловая фауна представлена животными, имеющими либо весьма крупные для своего времени размеры, как, например, антеозавр и титанофаней среди хищников, так масхопс и улимозавр среди фитофагов, либо достаточно мелкоразмерных животных, представленных анамниями, завропсидами и, конечно же, териодонтами, не превышающими в длину 1 метра. А среднеразмерную нишу занимают все те же диноцефалы, точнее их ювенильные особи. Что-то подобное мы сможем увидеть в не менее кризисной фауне конца мелового периода Северной Америки, где консументы средних порядков будут представлены в основном различного возраста особями тираннозавра. Еще более кризисным выглядит то, что высшие хищники порой значительно превышали своих жертв размером с предельной длиной около 3 метров у топиноцефалов и 5-6-метровой длиной у взрослых особей антеозаврид. И если для восточноевропейских представителей этот разрыв не настолько очевиден, то южноафриканские хищники должны были попросту истребить все живое вокруг, затем собственное потомство и тихо помереть с голоду, что вкупе с некоторыми событиями природного характера, вероятно, и произошло к концу кептонского яруса Перми, ознаменовав одноименное вымирание. Настолько крупных хищников среди синапсид, как диноцефалы, планета увидит лишь в конце палеоцена. Но там уже не будет такого дефицита в пищевых нишах, да и это уже совсем другая история. А людям стоит поучиться на примере диноцефалов. Ведь когда в мире большие и голодные съедают все вокруг себя, и остается только мелюзга, которой много, но ее сложно поймать и съесть, вымирают именно большие и голодные, в процессе поедая себя самое, а мир достается тем, кому много-то и не надо. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх этому и другим роликам, обязательно напишите что-нибудь умное в комментариях, массово распространяйте этот контент среди друзей и знакомых, и, конечно же, помните о предках.